Привитос амигос, сижу тут записную книжку, листаю, смотрю, бывшая вон на правой странице. А вот ее мамка. А вот ее папка. Ну это, блядь, деревня, наверное, или дача. О, паспорт. А, ну и загранники, конечно, пошли. Не знаю, зачем это такая потрясающая функция. В этой игре, короче, это, ну, естественно, это Uncharted, вы это могли прочитать на заставке. Лара Крофт закончилась, говорили пройти DLC-шку эту, блядь, особенно мне нравится обилие русского языка, здесь просто пиздец. Такая вообще подсказка, блядь, уровень бог. Проще, по-моему, блядь, интуитивно догадаться, что надо делать, чем сидеть нахуй хуевать от его записной книжки на албанском языке и с уродскими рисунками. Так вот, говорили пройти. Посмотрите на него. Это тот самый храм. Пройти. Вот это и правда. Баба-Яга дополнение для Том Брайдер, но, сука, хуй его найдешь, где там вход в него. Я, блин, ебал такие дополнения, честно, старик, играм делать. Что их все меньше и меньше охота покупать. Ну, серьезно. Кому, блядь, пришло в голову искать дополнение в этом, в Dark Souls, блядь, убивая какого-то золотого голема, который стоит где-то в нахуй в секретном месте там, блядь. Мне кажется, дополнения они вообще должны отдельно от игры запускаться, как в Ведьмаке. Серьезно. Отдельная игра, отдельно DLC-шка. Хотя нет, там тоже надо было в бар прийти в секретный. Ну там хоть понятно, ты приходишь в бар, берешь квест, все, у тебя отдельная история началась. Что надо делать, блядь, с этой бабой-ягой? Где там на лесопилке найти, блядь, найти какой-то там шкаф, где сидит какая-то тёлка, она тебе даст какое-то задание. Да пошла она нахуй, я что, опять пойду туда лазить, что ли? Мне делать больше нечего. Я не считаю, что кому-то эта игра, блядь, настолько зайдет, что они прям вот серьезно будут. А, вот типа охуевать сидеть, о, пойду-ка я там еще раз пройду лесопилку, посмотрю, где ж Это там, блядь, как-то DLC. связано с мечами. Thank you for translate, блядь. Как-то связано с мечами. А, он ножом. Он ножом должен протыкать вот эту хуйню. Шар земной. Но у него в руке нож есть, но, блядь, чё я? Это ж статуя, как она руки-то будет двигать? Так, и как-то надо еще. Похоже, он не совсем заброшенный. Кто, блядь? Да, там так просто не пройдешь. Где кнопки-то управления этой хуйней какой-нибудь? Что-нибудь тут. Что тут делать-то, ёб твою мать? Что-то подсказывает мне, что ответ кроется в записной книжке. Подсказывает. А, может, здесь проплыть надо, поднырнуть. Ты не верю своим глазам. Прыгай, водичка, что надо. Ты Да. хочешь взглянуть на мою мокрую футболку? На твою мокрую футболку? Нет, на твою мокрое кое-что другое. Как тут нырять-то, блядь? Хорошо, нырять тут нельзя, окей. Давай еще раз посмотрим в это говно, блядь. Блять, нет, они серьезно, что ли? Что это за хуйня-то, блядь? Что я, блядь, листаю? Где субтитры? Настройка. Игра. Вкл. Фоторежим с помощью. Че это нахуй за фоторежим? Смена ведущей руки. Ну, это полезная функция. Когда тебе 16. Сука. Камера, значение кнопок, блядь. Да, вот вам, блядь, и перевод. Что я вам еще хочу сказать-то? Надо на стандартный поменять пизду. Эти перестрелки, это не то, в чем я хочу соревноваться с этой игрой. Слишком они убогие. Пиздец. Вот это лут. Анимация сбора лута просто поразила. Тут тупик. Там, я так понимаю, тоже такая же залупа, да? Ну да. И, блядь, при всем при этом надо понять, что делать с этим говном. Это как-то связано с мечами. Так, у него, может, неправильно что-то в руках. Да все правильно, только сама рука, блядь, с ножом неправильно стоит. Дальше стрелочка на юбочку, что-то, блядь, еще написано, что-то там чисто, нечисто.
И что это такое, блядь, дальше? По крайней мере, к делу никак не относится, видимо, да? Окей. Надо забраться, видимо, на какой-то балкон. Но я что-то не вижу. Не вижу тут такого места, где это можно сделать. Спутница, которая вроде тоже что-то, блядь, знает об этом месте, молчит, никаких подсказок не дает. Вот что показывали стрелкой, блядь, на его этой хуйне? Здесь зачем-то есть взрывные баллоны. Вот, блядь, мне интересно, баллон-то здесь нахуя? Вот в Ларри Крофт их можно бросать. Что с ними можно сделать здесь? Я вот вообще нахуй не представляю. Там бросил, выстрелил. Окей. Этот герой более приземлен к реальности. Он не может бросить, блядь, газовый баллон высоко. Он не может залезть, блядь. Он не может, блядь. На самом деле, дико сложно перестроиться после Tomb Raider на Uncharted, учитывая, что здесь нету вот этой подсветки. Хочу рассмотреть поближе. Подсветки, конечно, блядь, целей, куда... Куда этот главный герой может залезть, куда не может, потому что его возможности по сравнению с Ларой Крофт довольно уебищны. Он абсолютно не может ни прыгать, ни бегать, нихуя. Даже спринта у него нету. То есть он абсолютный абсос, ничего не умеет. И поэтому, когда смотришь на здесь, на окружающий мир, нихуя непонятно, что он сможет, блядь, сделать, а что он не сможет. Я не знаю. Мне казалось, что вот эти кирпичи здесь не просто так торчат, но видите, блядь, не нужны, оказывается. А. Что, перевернуть надо, что ли? Нет, не надо. Как они, блядь, сделали статую крутящуюся, что-то нихуя не понимаю. Шевелись. Ну и как? Ну а мне откуда знать? Книга-то у тебя. Пиздец, а нахуй ты вообще тогда пришла сюда? Дай книжку, пусть, блядь, смотрит. Ага, все понятно. Надо на ту сторону. Я устала даже на это смотреть. Да, ну и баба тебе досталась, Фрэнсис, она только пиздеть под руку может. Че, Нейтан, да, конечно же. Так, эта рука, она должна боком как бы стоять, да? Отлично. Хуично, блядь! Как мне на ту сторону-то? Подозреваю, что вот там, да? С этой стороны нихуя. Не обойти этот сломанный участок этой гребаной лепнины, которую, видимо, для того и делали, чтобы индейцы тут лазили, блядь. И статую постоянно двигали. Понятно, все понятно. Довольно странные прыжки осуществляет этот персонаж. Так, еще немного. Вот он какой-то вот нихера неловкий по сравнению с Крофт. Вот вообще он какой-то деревянный. Отлично. Спасибо. А такая игра, вот она должна подразумевать то, что герой будет очень подвижный. Но Фрэнси, блядь, Нейтан это Дрейк, но вот почему-то вот он не такой, нихуя. Вон у Ларки двойной прыжок с толчком от стены вообще, сколько раз он выручал. Да ладно, ладно, признай, ты поражена. Признаю, с меня банан. И что делать теперь? Мне вот как бы надо вот эту руку с ножом подвинуть, но... Ты цел? Ой, блядь.
Ну, чего, блядь? Скажи, что опять ничего-то неправильно сделал. Кажется, что должно было что-то случиться, если бы. Так, где-ка посмотрим. Ну, все верно. А, блядь, вот это надо вытянуть. О боже. Бля. Слушайте, я вот... Ага, и что теперь делать? Ладно, я вот ныть заранее-то не буду. Ага, и что теперь надо делать, блядь? Ну, залезть туда, наверное, рукой там полазить. Постой. Что это? Хлоя, это не просто кинжал. Это ключ. Ну, посмотрим, что он открывает. И чё? Страшно как-то. Скажи, а? Скажи, а, таким шепотом. А откуда он знает, куда его надо поворачивать? Что изменилось? В какую сторону? Вода уходит. А изменилось то, что если бы ты умел нырять в этой игре, а ты должен, блядь, в ней уметь нырять, потому что плавание — это одна из... Можешь сказать мне спасибо. Одна из наиболее зрелищных вещей, мне кажется, в таких подобных играх, да? Ну, эта игра явно не про графику, но вот вспомните, вот хотя в последней части Лары Крофт, какой, вот эти подводные моменты, когда ты там выныриваешь, хватаешь какого-нибудь спецназовца, потом снова под водой от них убегаешь, это все было очень круто. Эта игра лишена плавания, потому что Нейтан Дрейк не умеет, блядь, нырять. И это, мне кажется, плюс 100-500 к отстою. Ох. Знаешь, романтичное здесь местечко. Ладно. Интересно, нахрена вот эта лепнина повторяется постоянно? Да, конфеты, букеты, не про тебя. Ты так хорошо меня знаешь. Конечно, я даже твой аппендицит нащупал. Ну, вы понимаете, аппендицит, женщины. Ну, как войдете налево. Ну и чего? Ты ведь не хочешь застрять в темной яме в 30 метрах под землей, правда? Пожалуй. Про такие... Придется спрыгнуть. Я про Ладно, такие вот исследования, какие-то лазилки вот такие, блядь... Тут невысоко. Про них как-то смотреть интереснее, чем играть. Желательно, ну, документальный фильм вряд ли там что-то интересное найдут, да? Потому что сколько уже по телевизору снимали этих документалок, типа мы там идем искать Атлантиду, блядь, еще какую-нибудь хуйню, мы там идем разгадывать это, мы там идем разгадывать то, с Макаревичем, без Макаревича. Мы там попытаемся там засечь там чудовище, там этого озера. Всем понятно, что они нихуя не найдут, нихуя не увидят, ничего не, блядь, не добьются в этой передаче. Потому что если бы они что-то там, блядь, такое пиздатое нашли, это была бы не программка, нахуй, по РТР в 2 часа дня, блядь, а, сука, сенсация исторического мира, я не знаю. Поэтому, блядь, никакой интриги нету смотреть подобные документалки. То есть, особенно не понравилось с Макаревичем про этот, как его, блядь? Невероятно. Блять, ну город-то это. Нанмадол, бля, вот. Нанмадол, как его там построили, хуй поймешь. А вот здесь вот гробница человека, блядь, великана какого-то трехметрового. Говорят, что прошлая экспедиция его раскопала, там и все умерли. Но мы-то не будем его раскапывать, мы же не долбоебы. Да так нахуй ты тогда вообще туда поехал, если мы, блядь, не будем раскапывать. Гробница, чувак. Ты думаешь, мне интересно смотреть, как ты катаешься на надувной лодке и ныряешь с аквалангом? Соси, член. Могло быть и хуже, а? Вот, а зато когда смотришь... Ой, ёбаный в рот, ну... Ладно, ты, блядь, хуже. Пророк прям, ты пророк ближайших 5 минут. Чё делать, чё делать? Сейчас я сломаю эту хуйню. Ненавижу. Так, что теперь? Думай. Надо выбираться. Ну, на совесть делали, блядь, чё я хочу сказать. О, ну перед смертью я хотя бы нашел статуэтку Мэтт... Ой, нихуя себе. Нихуя себе, он после смерти продолжит говорить.
Вот это, понимаю, чувак предан своему делу. Что за звук? Движение там. Какое нахуй движение там? Ты чё, ёбнутая? Ты можешь что-нибудь сказать мне, блин? Я думаю, что если мы ляжем, эти шипы, они как бы упрутся в пол. И ничего не будет. Я просто, блядь, уже охуеваю от того, что эта игра, она вот вообще подсказок не делает. Они вот, блядь, когда ее делали, даже не подумали о том, что кто-то может просто не понимать, блядь, чего от него хотят. Конечно, нахуй им думать о таких вещах. Ну, вставь туда что-нибудь-то, блядь. Я вот смотрю, вообще просто нихуя не понимаю, чего, блядь. Что, ну опускается эта хуйня. А я-то чё, блядь, должен сделать здесь? Вон механизм. Ну, чё вон механизм? Какая, блядь, у тебя идея-то? Становите механизм. Охуенное задание, вот это да. Ничего, никогда бы не подумал, что, блядь, надо механизм устанавливать. А может гранат надо кинуть? Как ее кидать-то? Чё-то даже взрыва нету. Получилось. Первая граната, первую гранату из двух и то проебал. Вся жизнь пролетела перед глазами. А, и здесь сразу открылась вот эта секретная, ну да, это известная ловушка Майя, короче. Когда вот опускался, серьезно говорю, вот наступаешь на кирпич, начинает на тебя опускаться потолок с шипами, если у тебя с собой нет гранаты, давай пиздец тебе, все. То есть, а во времена индейцев Майя гранат не было вообще, поэтому ловушка просто имела охуенные шансы кого-нибудь уничтожить. Не, ну самодельный динамит из банана, конечно, иногда спасал ситуацию. Ну там, знаете, не всегда сильный взрыв был. Я просто, бля, рот наоборот, такие, сука, ловушки. Обалдеть, ну и кто это строил, марсиане, что ли? Чуть такое, блядь. Пиздец, вот это размах. Выглядит очень знакомо. Только в Ларри, да, Крофт поудивлялся этой астрономической гробнице. Похоже, включается светом. Здесь построили в два раза больше, нахуй, в два раза непонятнее, чуть такое. А, и наверху, и внизу еще труп какой-то, да, лежит? Чуть такое. Зеркальце. Конечно, учитывая, что ты мудак. Зеркала тут неспроста. Да ладно. Ну вон, в голову беса свечу. Круто. Это зеркало вообще только, блядь, вверх-вниз, да, крутится. Надо правильно отразить эти лучи. Какие эти? Я один луч только вижу. Из глаз, мне кажется, этой статуи тоже должны лучи отразиться в боковые зеркала, и я что-то... Вообще так реально были некоторые эти гробницы, освещали зеркалами, но, по-моему, это распространено как-то не было. А, ну да, у меня же есть ключ, который... Я же... Этот, блядь, Дрейк, он же разбирается в этих иероглифах, он знает, что куда поворачивать, смотрите. Сработало. По крайней мере, первый клинок опустился. Ну, это охуительно. А надо сколько? Три? Есть. Осталось два. А, ну осталось... Думаешь, придется влезть на эту штуку? Дело за меньшим. На какую штуку? Похоже, мне придется туда залезть. Блять, как будто ты ее не слышал, придурок. Меня, честно говоря, заебывает то, что здесь все загадки решаются тем, что надо куда-то залезть. Серьезно, блядь. Если не знаешь, что делать, смотри, куда залезть. Так, откуда, собственно, идет луч в эту тарелку? Хуй поймешь, да? Ой, блядь. Потрясающе. Ой, блядь. Ну вот опять, блядь, ему надо куда-то залезть. Вот я смотрю, куда может залезть долбоеб, у которого вот такие прыжки. Вот такие вот. Я думаю, что он может пойти в балетную школу, но, блядь, никак нахуй. Не в альпинисты. Отлично, вот. Ну... Тут... Ну, блядь, ну, пиздец. Вообще ноль идей. Здесь все настолько, блядь, одинаково нарисовано, что ничего не выделяется. Нету какого-то места, которое...
которая... Ну, то есть, вот эти места, где он может залезть, они их не потрудились обозначить хоть как-то, хоть что-нибудь там, блядь, насыпающееся какое-то место поставить, хоть какой-то минимум, блядь, создать возможности распознать эту, блядь, лазилку. До этого разработчик не снизошел ему, то есть, ну, похуй, как ты там будешь залезать, куда. И что он делает-то? А, на клинок заберитесь. Но я с той стороны что-то у клинка попрыгал, он что-то, блядь, не проявил к нему абсолютно нахуй никакого интереса. Я думал, надо туда, блядь, зеркала настраивать. Однако нет. Не, залезу повыше. Может, оттуда лучше видно. Да может, ты ёбнешься оттуда, да нахуй закончатся эти игры уже. Про эти лазения, про всякие. Серьезно, ну... Не. Я понимаю, откуда у Last of Us столько фанатов, да, там действительно сюжет такой интересный, но, блядь, откуда... Кто вообще решил, что Uncharted это, блядь, игра, у которой должны быть какие-то фанаты? Ну чё ты, блядь, ты заебал нахуй, вы хули, блядь, дальше-то? Чё, блядь, происходит-то? О, нихуя себе ты, блядь, прыгнул всё-таки. Ебануться можно, блядь, сделал одолжение, нихуя ты. Вот это от души, блядь, подгон. Подпрыгнул всё-таки, а уёбыш, блядь. Ну и чё дальше? А, хуй его знает. То есть, по-моему, блядь, игра про вот... Понял. Тут же, блядь, тут же тебя понял и ёбнулся. И я думаю, что просто лазилка по этому клинку, она слишком хороша, чтобы залезть по нему только один раз, потому что, ну, если разработчик не конченый долбоёб, обычно герой сам балансирует на таких узких всяких хуёвинах и не падает, да, как Лара Крофт. В Uncharted, блядь, решили, что, в принципе, это будет, нахуй, слишком большим излишеством для игрока, да? То есть, пока камера летит, то есть, Нейтан Дрейк должен шататься, там, болтаться куда-то, блядь, не туда наступить и упасть. Вот, блядь, есть отличная игра про эти лазения, да, Принц Персии, где все в принципе, динамично, довольно, все там охуенно сделано, интересно, блядь, и всегда понятно, куда тебе надо идти. Зачем нужен, блядь, Нейтан Дрейк со своим невнятным, блядь, еле-еле ползанием каким-то, блядь? Ну, давай, упади. А внизу это казалось хорошей идеей. Подожди, и что? А, и на глаза ему, да, прыгнуть? Механизм открывается нажатием на бровь. Ёбаный в рот. Ну. И ступеньки такие из стены вылезли. Ну ёб твою мать, ну кто тут лазил, блядь, до этого главного героя? Ну ёбаный ты насрал, ну как так-то, блядь, вы это делаете? Да, блядь. А я потом еще на Риану Пратчет пизжу. Да ладно, брось. Риана-то, походу, знала, что делала. Вот, блядь, кто делал Uncharted? Что это такое, блядь? Что это за механизмы? А, ну это спуститься, типа, понятно. То есть мне надо спуститься, вот, блядь, мне надо понять, в каком месте из стены только что вылезли два вот этих говна, блядь. А я реально не вижу, где они. Серьезно, ну что это за хуйня? Где они вылезли-то, ну? Куда они делись? Мне проще было бы обратно по этому ножу слезть. Ебануться, блядь. Ну пиздец, какое говно. Ну ёб твою мать, нахуй у меня А, вот они, все-таки видно. Видно стало. А, тут еще и камера любезно поворачивает, надо просто подойти. Окей. Здесь тоже отражатели. Просто сделать. Поправь другой отражатель. А ты нахуй не могла его поправить, пока я наверху стоял? Или Молодец. Мне сесть для этого надо? Что-то она неправильно сделала, потому что второй нож нихера не поднялся, или что он там должен сделать? И что теперь? А. Погоди. Чё это такое? Уже совсем близко.
И в какое, блядь, очко мне им светить? А. Нихуя себе. Мне вот даже интересно, а как вот солнечный луч, он, как вообще луч солнца может влиять, блядь, на какой-то механизм, который построили еще индейцы какие-то, вот. Это, то есть, не сенсор никакой, там ни одной микросхемы внутри нету, блядь, ни проводочка, ни конденсатора, ничего. Но каким-то хуем он работает, блядь, на солнечной энергии. Во. Ничего себе. Слева от тебя. Есть. Вот этот, что ли? Ну, скорее, блядь, слева от тебя. А, ну все, я должен теперь на тот нож. Что происходит? Ну, как он закрылся? Ладно. Еще один клинок. Ох, твою мать. Третий раз, да, я уже лезу. Ну, один раз я ёбнулся, но так бы был бы второй раз. Так. Вниз не смотреть, не смотреть. По-моему, он должен был просто упасть. Ну, в принципе, все, мы все сломали, можно теперь дальше не идти, да? А мы... Весь храм давай разгроми. Все-таки вот неправильно сделана эта гробница. Она вот, ну как сказать, гробница. Это, блядь, и не гробница, это хуйня какая-то. То есть тут какое-то ощущение какой-то таинственности отсутствует полностью там. То есть если там бывают там какие-нибудь фильмы, знаете, вот про вот какую-нибудь такую неведомую хуйдристику, где ты такой думаешь, а что ж сейчас произойдет, блядь? А что же они, блядь, открывают? А что ж там сейчас будет? Здесь как-то, блядь, ну, похуистично слишком, что он там делает. Сидишь и думаешь, ну, быстрее бы, блядь, это уже пройти, потому что заебал. Ну и чё, вот я должен туда, наверное, обратно на клинок. Недолёт, блядь. Сейчас, нахуй, методом чекпоинтов и загрузок мы поймем, куда надо прыгнуть, потому что абсолютно нихуя я не понимаю. На статую смысла прыгать нет, не так ли? Куда можно с этой лампы спрыгнуть? Вообще не вью. А, ну туда надо поворачивать, да, механизм же. Но там тоже еще дальше, чем до клинка, поэтому... Но сюда он почему-то допрыгнул. Я просто не верю, блядь, в этот прыжок. Я вот смотрю, как он прыгает, я не верю, что он куда-то может допрыгнуть в этой игре. Ну что это такое, блядь? Пиздец полный. Я помню, Пахом где-то, блядь, танцует в пачке, в балетной, нахуй, надетый на голую залупу. Вот так же прыгал, блядь. Это не прыжок, нихуя, это хуйня какая-то. Дожди, и чего? Свет сюда не падает, нихуя. А, его надо поправить же. Подожди, а сама она не догадается, да, его поправить? Я, наверное, должен выстрелом, как Индиана Джонс, повернуть. Кстати, блядь, в Индиана Джонсе, по-моему, были зеркала вот эти со светом. Я не помню. Осталось поправить другое отражение. Я очень давно смотрел какого-либо Индиана Джонса после, блядь, последнего. Но, по-моему, что-то там было такое с зеркалами именно. Свет они что-то там, по-моему, делали как-то. Порядок. Готово. То есть, по сути, Нейтан Дрейк в наглую обирает Индиану Джонса. Ну а ничего, что он сломан как бы. Ничего, нормальный, сломанный работает. Я спускаюсь. У него рот открылся. Отлично, можно. Можно туда насрать, я не знаю. Я понял, чего не хватает этой игре. Этой игре не хватает, знаете, каких-нибудь, блядь, монстров минимальных.
А если Фрэнсиса Дрейка перерисовать в сисястую тёлку и дать ему два пистолета, то вот эта гробница будет очень даже в стиле древнего Том Брайдера, от которого уже отвыкли все давно. И то там Лара Крофт прыгала, блядь, как-то более... более выразительно, что ли. Ты хочешь сказать, секрет Шамбалы в глотке у этого... Шаламбалы. Наверное. Какие у нее маленькие зубки золотые. Фонарик сам включился, да? И чего это такое? Тут какие-то инопланетные слоны, у которых какие-то козлы, блядь, вылезают изо рта. Так, и снова наш универсальный ключ. Это нож, который, блядь, открывает вообще все, видимо, в этом замке. Тут же пол сменился, потому что он был гладкий, по-моему. Поразительно. Хлоя, я знаю, где это. Он знает, где это, а я даже не понял, что это. Так как так неудобно, блядь. Видишь форму этой горы? А это горы? Вот она. Что это такое, блядь? А значит... Нам на Луну. А значит... Вход в Шамбалу должен быть где-то здесь. Даже не хочу знать, откуда он знает эти горы так настолько досконально, что увидев кучу камней... Нашли. Да. Слушай, блядь, чувак... То есть, я правильно понимаю, что... Что сейчас будет ебучая перестрелка, господь. То есть он лез в этот замок, блять, разгадывал какую-то ебаническую, блять, загадку с этими кинжалами, ножами, что-то светом, чтобы ему просто показали какие-то горы, блять, на какой-то древней хуй пойми какой карте. Он узнал эти горы. То есть здесь просто говорят, куда идти. Это даже для того, чтобы тебе сказали, куда надо идти, тебе пришлось разгадать какую-то просто нереальную херню. Ну и чушь. Я вот, блядь, больше всего ненавижу, когда в фильмах, типа, там, «Сокровища нации» или каких-то таких фильмов, ну, про приключения, вот про эти, они что-то разгадывают, а там, блядь, какая-нибудь этот отметка на карте, они туда летят, там, снова разгадывают, там еще одна отметка на карте. Я придумал, короче, для Uncharted 5, я думаю, ну, четвертую уже сделано, загадка, короче, надо, найти древний рецепт, что-то приготовить, потом, блядь, сходить посрать. Вот, а говно упадет тоже в форме гор, короче, и Нейтан Дрейк посмотрит на говно и скажет, я знаю, где эти горы, блядь, это кордильеры. Бля, пацаны, не та кнопка, я не хотел стрелять. Я думаю, что мы должны подружиться. О, конечно, у него, блядь, есть... Они прошли там, где Джефф и Елена. Лазерный прицел. Надо вернуться ко входу. Наша судьба. Нравится мне этот магнум. Даже жалко, что пришлось по статуе им стрелять. Видели, как он за ухо схватился сам? Блять, а я еще шмайсер не подобрал, что ли? Блять, ну и звук у Калашникова, ёб твою мать. Такое ощущение, мне в Medal of Honor с таким звуком стреляла какая-нибудь, блядь, зенитка крупнокалиберная. О! Нифига себе. С какими они стволами пришли. Как сильно убить меня хочется. Ну, интересно, а чё они сразу, блядь, все не вышли? Почему они сначала... Не, чувак, это говно, пушка. Ладно, насрать. Я просто не понимаю, как тут перезарядиться-то. Что нажать-то надо? Блять, в четвертом Uncharted вообще другое управление. Да ты заебал.
Да, но перестрелка тут, конечно, ни о чем, реально. Надо было сразу ставить среднюю сложность, потому что... Это они! Перестрелки в этой игре вообще не хит. О, нифига, вот это удар, блядь. Ты, наверное, в школе ММА учился, да? У Симонова, блядь. Такая вертуха. Блять, она заняла единственное укрытие. А, вот она еще. Как я взмотивировал себя идти в атаку, да? А, все, у меня патронов нет. А я думаю, что он, блядь, не перезаряжается. Мне кажется, что... Блять, в таких шутерах вряд ли кто будет против, если оружие будет подбираться с пола автоматом, что ты просто это вот прошел. Надо уходить отсюда. И собрал, потому что... Подходить, рассматривать, что там лежит на полу, там принимать решение, брать или не брать, это что-то, ну, как-то не очень. Блять, ну как он медленно бегает, это пиздец. Берегись! О, нихуя себе. Ну, давай. Ох, от души вообще закинул. Мне тут гранату взять предлагали только что, а теперь ее нету. Ебать, где граната, блять? Она светится, что типа возьми, блять, и чё? Отлично. Вот она, наконец-то он ее нашел. Когда уже она нахер не нужна стала? Заебало управление говно, блядь. Поехали. Все-таки в такие игры, мне кажется, на клавомыши надо играть. Геймпад что-то здесь вообще не катит. Блять, мой любимый враг с щитом. Тебе крышка. Вот что с ним делать-то здесь тут планируется? Вот это крик, блядь. Ложись! Чувак, блядь, бросать щит, когда у тебя черно-белое здоровье, это, блядь, идея просто говеннейшая. Я не знаю, нахуй ты это делаешь. Но я тебя, блядь, презираю за это. Так. Было прикольнее, если бы эта русская мафия нападала. У них такие лица, блядь, что реально. Они могут друг друга называть Иван. Попался. По-моему, попался. Это самое тупое, что, блядь, можно было крикнуть, выбегая из-за поворота, блядь. На чувака с автоматом. По-моему, никто в мире, блядь, не кричит «попался». Даже дети, с детьми, когда играют, не кричат «попался!». Туда! Там, внизу! Пистоль? Блять, конечно, пистоль, нихуя себе, когда мне еще предложат взять что-то, блять, доисторическое из гробницы. Блять, только не ты, ну ёб твою мать.
Блять. Интересно, что это за броня, блядь, такая? Где такую, блядь, взяли? Почему в Rainbow Six такой нет, да? И почему чувак, который должен был танковать, шел последним? Где они? Вот я так и знала. Это не гранат на полу лежит? Нет, яблоко какое-то. Они заняли стратегическое, блядь, преимущество полностью. Но смотрите, снайпер упорно, блядь, не хочет смотреть в мою сторону. И дохнуть тоже. Мне кажется, что он хотел застрелить кого-то из своих. О, ну все, пиздец. Пистолет, это грозная пушка, я смотрю. А, блять, это наши? Я хотел подкрасться. Ну просто, блять, когда у тебя в руках говно какое-то, которое, блять, стреляет дробью, издалека стрелять смысл вообще нахуй пропадает. Патронов в этой игре, конечно, хуй накопишь. Подбирать с пола этот пистоль было тоже идеей. Идеи не лучше, я согласен. Нихуя ты охуевший. Че, осторожно, снайпера-то убей, ебать. Он долго тут лазерной указкой в глаза светить будет. Пиздец, дайте мне другой пистолет. А у этого снайпера здоровье, блять, просто богатырское, не знаю. По-другому не скажешь, блять. Бегом, дай оружие хоть одно соберу, что, блять, мне стрелять вообще нечем. Даже у пистоля одна пуля осталась. О, газбаллон. Газ нынче дорожает, я считаю, надо брать. Вот эти его нахуй. О, все. Отлично. Причем патронов почему-то стало меньше у пистолета, не знаю. Надо скорее уходить. Ну что, оператора, походу, смертельно ранили. Но он в любовный треугольник по-любому не вписывался, поэтому это предсказуемая херня. Что-нибудь придумаем. Да, это... что-нибудь придумаем. Можешь я сказать? Придумал, мы тебя бросим. Давай я помогу. Нет. Нет-нет, брось ее. Она разбита. Давай. Нейт. Порядок. Да, шеф? Открывай дверь. Он не жилец, его надо оставить. О. Что? Нет! Открой дверь, всех убью! Хоть одна с мозгами среди вас. Черт. Вода неплохая. 2005 года. Давай, я прикрою. Здесь, знаете, вот стрельба, я не знаю, говорил ли я или нет, но я каждый раз, блядь, вспоминаю какие-то первые части Хитмана, когда стреляю. О, нет! Ой, блядь. Они что, бесконечно, что ли? Что-то понять не могу. Блять, все, пиздец, патронов нет. Сейчас передохнем. Я его, правда, под пулями держу, потому что, чтобы не расслаблялся. Вот, сейчас я найду какие-нибудь патроны, и мы, блядь, нет, он не берет патроны. Сейчас, я уверен, мои спутники, блядь, что-нибудь придумают, как нам помочь, я пока... А мы как два синебола. Я даже не могу руками драться. Я вот не очень понимаю, что должен делать сейчас. Здорово, пацаны, мы мирные. We are friendly, don't shoot. Да хуй вы попадете еще. Не, смотри, все-таки они меня одолели.
в этой безумной, безумно реалистичной перестрелке, блядь, вверх взяли плохие парни. Черт. Я вот что-то не врубаюсь, как с 30 патронами? А, давай, вот она, дверь открыла. Если бы здесь какие-то стрелочки рисовали, было бы получше, мне кажется, играть, блядь. Елена, запри дверь. Есть. Я понял. Она открывает только красные двери, да? Мы не можем. Иди уже. Получилось. Я ему всю ебату расстрелял, а. Вроде тихо. Он так на плечко. Ой, чуть с ней. Пронесло. Это нормально, когда тебя душит. Что тебя немножко проносит. Пистолет это кто-нибудь будет ронять? Мне патроны, блядь, нужны. Это что, на спине у оператора дырка пулевая выходная? Нихуя. Да он не жилец, смотри, вот таким калибром прострелило. Красная дверь, давай, время ломать ее. Эй, сюда! Я же говорю, блядь, красные двери. Красные двери спасут ситуацию. Ворота не красные, они не откроются. Не, ну с ракетницы, конечно, откроются, базара нет. Все в порядке. Хорошо его сразу не убил, иначе мы бы не вышли отсюда. Да ладно, блядь, не впадло сюда пригнать целую хуйню. Эй, сюда! Вы что, смеетесь? Давай, давай! Да, вот он реально, он неуязвим, как Индиана Джонс, блядь. Нет, Индиана Джонс бы, блядь, затащил. Походу, тут вообще надо не стрелять, а только идти, блядь. А идти с этим инвалидом, блядь, бесит. Ну а дальше куда? Нейт, сюда это я понял. А, красная дверь, конечно. Конечно же, красная дверь. Что же я, блядь, не смотрю. Оператор просто, блядь, словил сейчас столько пуль, что... Я даже не знаю. Мне кажется, если эти пули из его жопы достать, можно отлить памятник. Памятник Сталлоне, не знаю, вот этот, Рокки вот этого. Хороший ты выбрал способ наладить со мной дружбу, а? Он еще шутки шутит, ну да. Свинец повышает градус юмора в организме, я согласен. Вот черт! Нормально, можем спрыгнуть. Он нет. Он не сможет. У нас нет выбора. Могу. Нейк. Давай, Джефф. Все. Ты пытался. Не вышло. Дальше тащить нет смысла. Мы не можем бросить его умирать. Он уже все равно не жилец. Не уйдем, погибнем вместе с ним. Так иди. Да. Тебя никто не держит. Хлоя. Я же пыталась спасти твою шкуру, идиот. Вот там. Хлоя? Вот сюда. Что это значит? Прости. Бросайте пушки. Блять, и вы ей поверите? Серьезно? Хули она тогда тут делала? Гналась за нами? Уведите ее. Она ранена. Отведите к поезду. Глазам не верю. Ты не умеешь вовремя остановиться. Глазам не верю. Вот это пистолет они нарисовали. Джон Лок? Так это и есть ваш Дрейк? А ты кто такой? Сейчас Дрейк по еблу получит. У меня такое чувство, что ему сейчас... От храма. Жаль. Нет! Нет, 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 нет. Ну, расскажи, ну? Что ты нашел в храме. Именно то. Расскажи ему, что мы не можем его бросить. Я знаю, где камень. Но ты его не найдешь без меня. Потому что он в моих почках. Отпусти ее, а я приведу тебя к камню.
Слушайте, она вот нарисованная вообще не как главный персонаж. Она как вторичный. Моя тень, идущая за мной по пятам. Удержите, если он не врет. Обыскать. Ну-ка. А я смотрю, любишь мужиков-то полапать, да? Ты гений, приятель. Ну да, отметил всем на карте, блядь. Сука, в натуре, блядь, ты такой еблан. Похоже, теперь тебе нечего предложить мне, Дрейк. Возвращайтесь к поезду, готовьтесь выдвигаться. Слушай, чувак, крест большой, блядь. Масштаб у карты тоже. Не вопрос. Как ты можешь работать на этого зверя? Лучше быть его другом, чем врагом. Что, убьешь нас, а? Просто хладнокровно пристрелишь. Сам-то как думаешь? Думаю, вставай. Да, наверное. Вставай, говорю! Бежим! Сядь! Давай, ах ты ублюдок! Я уже 3 пули в спину получил, но, блядь, продолжаю бежать. Я молчу уже про то, что у них реакция, как у, блядь. Смотри, я прикрываю тебя своей могучей спиной, которая уже 3 обоймы из Калашникова выдержала. Добавляют из пистолета, но это только раззадоривает мои булки. Ай, блядь, мой шоколадный глаз у него только что. Граната из подствольника влетела в мою жопу. Люблю, когда с перчиком погоня, значит, такая, блядь. О, да, пистолетные пули, они только добавляют мне скорости. Вот, еще в пердобак. Отлично. Нейт. Ну там скользко, как бы, пальцы соскользнули. Блять, как он перелезает вообще туго через эти все. Да, стреляйте больше. А я еще тут альпинизмом займусь, короче. Они еще и косые. Давай, я, блять, пули уже головой хватаю, ебаный, лезь ты быстрее. Мне и думать еще и жрать. Сюда. Вот, вот такой тебе мужик нужен. Не то, что оператор твой, блядь. Одну пулю пропустил и умер, нахуй, лох. Ты цела? Да, я в порядке. Конечно, а все пули мне достались. Жить буду. А ты? 7.42 у меня из лопатки достанешь, там 50 патронов. Вообще нормально будет, заодно массаж сделаешь. Не стоило тебя впутывать. Вообще. Я сама в это ввязалась. Ну, в смысле, ты же поняла меня. Помянули бы хоть оператора. Мы знали, на что идем. Ладно, так, что будем делать? Почему-то за нами перестали гнаться резко. Я пойду за ней. Кто б сомневался, пойдешь. Флинн говорил про какой-то поезд. А ты пойдешь на курсы озвучки, блядь, актеров. Актер, актрис. Сюда. Пройду там, мимо водокачки. Нейт, она держала нас на мушке. Я знаю. Она бы и курок спустила. Просто ее опередили. Это сложно. Ну, блядь, и лицо ей нарисовали. Ну чё, совсем лень было, что ли, рисовать персонажа? Если Лазаревич поймет, что она предала, ты знаешь, что будет. Да, это я хорошо представляю. Тогда ты понимаешь, что выбора у меня нет. Ну да, меня-то выбрать ты не можешь, да? Конечно. Пошел нахуй, забирай свои бумажки, пиздуй отсюда, ублюдок. Ну так должно быть это озвучено. Полагаюсь на авось. На авось. Ты ни капельки не изменился. Ладно, пойдем. Что? О, нет, ты со мной не пойдешь. Нейт, заткнись. Ясно? Упустим твой поезд. Ах, какая женщина, Сюжи. Блять, дохлажопый Нейт Эндрей таких телок явно не заслуживает. Ладно, короче, на эту серию с меня хватит. Блять, что, он не может провалиться, что ли? В своих золотых кедах. Ладно, на эту серию с меня хватит этих приключений и скалолазания, так что что-нибудь там жмите, что-нибудь пишите, тем более, что я опять нытье развел. Блять, жанр вообще не мой. Слушайте, я что-то, блядь, не могу в этот сюрреализм играть, он какой-то, блядь, какое-то все тут неправдоподобное, неправильное. Ну, может, я не один такой хреново знает.